Дай, дай ей, ну, дай ей, ну, дай ей, ну. Дай, дай ей, ну, дай, дай ей, ну. Дай, дай ей, ну, дай ей, ну, дай ей, ну. Да, друзья, вот такая старая есть добрая еврейская песня. Дай, дай ей, ну. И смысл ее очень простой. В этой песне мало слов, мало куплетов, но в том, что даже если ты был бы, если ты бы сделал только лишь вот это, или только лишь то, Господи, даже этого было бы нам вот так вот достаточно, более чем достаточно. Но ты сделал еще. Спасибо тебе, Господь. Да, братья и сестры, доброй ночи всем. Сегодня у нас всеношная называется, да. В православной традиции всеношная называется, именуется. А так, это ночь. Чем эта ночь отличается вообще от Шалом, Рувим, да? Чем эта ночь отличается вообще от всех ночей? Удивительно. Мы были рабами, а ныне мы свободны. Господь всесильно поразил Египет, поразил царство тьмы, вывел нас на свободу. Да, чудесами великими. Читаем об этих чудесах и просто восхищаемся. Да, спасибо тебе, Господь, спасибо. Дай, дай ей, ну, дай, дай ей, ну. Дай, дай ей, ну, дай ей, ну, дай ей, ну. Дай, дай ей, ну, дай, дай ей, ну. Дай, дай ей, ну, дай ей, ну, дай ей, ну. Дай, дай ей, ну, дай, дай ей, ну. Дай, дай ей, ну, дай ей, ну, дай ей, ну. Да, мои уже отключились, но я сделаю трансляцию сейчас. Доброй ночи всем. Еще не утро, но уже, в принципе, уже дело к утру. Вот. Еще темно на улице. Еще ночь продолжается, но уже ночь заканчивается. Ночь бдения. Аллилуйя. Лехаим. Дай, дай, ей, ну. Дай, дай ей, ну, дай ей, ну, дай ей, ну. Были рабами, а ныне свободными. Дай, дай ей, ну, дай, дай ей, ну. Так, и сейчас попробую подключиться снова на Фейсбуке. Дай, дай ей, ну. А читаю книгу Исфири. Кстати, мне очень нравится параллель Пурима и Пасхи. Потрясающая параллель. Вот. А сейчас книгу буду читать. Исход опять. Исход потом. И свирь, теперь снова исход. Дай, дай, ей, ну, дай, дай, ей, ну. Дай, дай ей, ну, дай ей, ну, дай ей, ну. Об этих избавлениях, об этих великих чудесах Господних. Так. Дай, дай ей, ну, дай ей, ну, дай ей, ну. Дай, дай ей, ну, дай, дай ей, ну. Дай, дай ей, ну.